Какую ты выбрал профессию? Ну, ремонт и починка автомобильного транспорта. Впоследствии, когда закончу колледж, я хочу пойти на факультет автотюнинга и там устроиться. А почему ты выбрала эту профессию? Не знаю, мне как-то всегда нравилось что-нибудь чинить, копаться в том же велике. Или автомобиль близко, мне нравится просто этим заниматься. Я собираюсь поступать в Одинцовский гуманитарный университет, скорее всего. Если будет интеграция с МГИМО, возможно, получится как-нибудь перейти туда. Я думаю, либо факультет юридический, либо журналистика. Хотелось бы, конечно, на экономический, международную экономику. У меня отец экономист, поэтому и хотелось бы... И сейчас, по-моему, считается, вот экономисты и вот юристы считаются самые успешные профессии, поэтому вот по этой... по стопам отца, конечно. Ну, в данный момент я обучаюсь на юридическом. Ну, не совсем еще определилась с профессией, хотя уже на третьем курсе. Вообще, я всегда хотела стать адвокатом, но теперь я немного сомневаюсь. Какую профессию ты выбрал? Юриспруденция. А почему? Ну, мне очень нравятся вот эти всякие словечки. Да и просто вообще хорошая профессия, можно заняться любой деятельностью. А ты собираешься работать по специальности после выпуска? Ну, немножко. Какую профессию ты выбрала? Педагог. Мне хочется работать с детьми, преподавать. Инженера механика. Не знаю, интересно заниматься машинами, что-то производить. Какие экзамены ты сдавала в этом году? Русский язык, математику профильную, базовую, биологию и обществознание. Но в этом году сложно, так как разделили математику на базовую, профильную, и из-за этого сложности были сдачи ЕГЭ. А на кого ты хочешь поступать? Я хочу поступить в университет МПГУ на психолога. Какую вы выбрали профессию? Информатик-экономист. А почему вы ее выбрали? Ну, понравилось, интересное направление. Думаю, что это сейчас на данный момент как бы современная специальность. Я выбрал профессию психолога и, в принципе, все. Почему? Ну, потому что это одна из тех профессий, которую можно полноценно использовать в обыденной жизни, и она мне очень сильно помогает. Знание этой профессии очень сильно помогает мне. Я хочу пойти педагогом-психологом в школу. Я посоветую работать там, где нравится, куда больше всего тянет. Искать, искать, и в любом случае найдете то, что понравится.